Всем огромный привет и добро пожаловать на наш канал. Ребят, наш выходной, как всегда, начался с закупки. Мои мужчины сегодня съездили, закупились. Взяли вот хлебушек тост. Такой замороженный. Это у нас малина замороженная. Это моя доченька захотела замороженную. Потом помидорчики, вот три упаковочки взяли, груши. Мы, кстати, брали в последнее время в Алди груши, они очень-очень вкусные и очень дешевые, поэтому побольше берем. Киви взяли, так, вот такой сироп, он похож немножко на, я не могу сказать, что это прям тархун, но он очень похож на вкус, как напиток тархун. Любит очень сиропы всякие. Так, вот такие. Это сыночек себе взял булочки с шоколадом. Вот. Молоко свежее. 2 килограмма морковки. Орешки. Вот такие земляные орешки. Ну, конфетки. Вот такие шарики. И вот такие вот. Манго. Представляете, у нас манго 59 центов всего. Вообще она стоит 99 центов. Но в Нетто у нас теперь магазин. И там на этой неделе по 59 центов всего. Также у нас лимончик я попросила мужа, потому что я хочу сделать майонез. Ну и сынок кто-то по скидкам тоже взял салатик. Это у нас паприка, огурец. Такой вот и салатик. Иринка, это с рыбой у нас. В горчичном соусе. А это что у нас? Это копченая. Сейчас прочитаю, что это. Красная рыба копченая, лакс. Сладкий. Короче, с яблоком и кройтером. Так, это я вижу. Это вот такой маленький. У нас сыры такие дорогие, поэтому если есть какие-то скидки, мой муж берет, попробует взял. Видите, какой тонюсенький такой. Ну, в принципе, это и хорошо, когда если ты хочешь попробовать, берешь себе что-то так чуть-чуть, попробовал, понравилось, покупаешь больше. Курицу вот сегодня на обед будем делать. Курицу мужу и сыну. Ляжка индюшки. Видите? Мы сейчас в последнее время очень часто берем вот такую ляжку индюшки. Она получается недорого абсолютно. Я сейчас посмотрю. За килограмм она получается всего 2,69. И в ней 2 килограмма. Почти 2,5 килограмма. Видите? В принципе, она такая внушительная. И очень вкусная, потому что ляжка, она не такая сухая. И у меня муж очень любит. Вот он 2 штучки таких взял. Ну и там они булочки еще взяли. Клубнику взяли, которую мы тут же уже съели. Вот так мои мужчины закупились. Ну а я сегодня хочу сделать сбор приправ. Я их делаю сама. Потом этими приправами замариную курицу, которую мы взяли. Кому интересно, оставайтесь с нами. И приятного вам. Начинаю делать я свои приправки. Вот разложила все, что я буду смешивать. Сейчас я вам покажу. Здесь у меня куркума. Это осталось. Вот если остается с пакетов чуть-чуть, я потом вот по таким дозам. Так, куркума у меня здесь. Сухой чеснок. Сладкий перец, конечно, соль, черный перец, базилик сухой, белый перец, орегано, ну это как душица наша, в народе ее называют душица, вообще она, конечно, трава орегано. Это у нас красный перец, зира, я ее буду перемалывать, кориандр тоже буду сама перемалывать, так. Тут здесь у меня гири,
розмарин, семена горчицы, конечно, гвоздичка и белый перец. Вообще очень люблю белый перец. Кардамон. Ну и, конечно же, пустая емкость, куда я буду наполнять все. Несколько баночек у меня такой. И, конечно же, это у меня кофемолка. Я в ней все свои приправы буду перемалывать. Ну, в основном я беру по 2 столовые ложки каждого этого продукта и все это буду перемешивать. Таким образом я приготовила все свои специи. Сейчас я расфасую их по своим дозочкам и можно пользоваться. Ну а если вам понравилось мое видео, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на наш канал. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока и до новых встреч!